Но мячи в социальных сетях пожаловались на антисанитарию в городских больницах. Одна из девушек разместила фотографию матраса с большим бурым пятном и сообщила, что такое постельное белье пациентам предоставляют во втором терапевтическом отделении БСМП номер 1. Пост вызвал бурный отклик пользователей. В комментариях люди жалуются на то, что пациентов размещают в коридорах, а в платных палатах не работает душ. В Министерстве здравоохранения Омской области сообщили, что о проблеме знают и просят к ситуации отнестись с пониманием. Больничное белье подвергают обязательной термической стерилизации, из-за чего на ткани остаются такие подпаленные пятна. Что касается бытовых условий в платных палатах, то норм, по которым они должны быть оборудованы санузлом, нет. И если условия не нравятся, то услуги можно отказаться. В коридорах людей размещают из-за большого числа пациентов, но это мера временная. Сегодня эта ситуация есть, особенно в тех больницах, в тех стационарных подразделениях, которые дежурят по неотложной помощи, по профилям терапия, пульмонология. И к этому надо, наверное, с терпением отнестись. Я прошу вот не просто с терпением, с пониманием о том, что на медицинских работников сегодня большая нагрузка. Кроме того, в Минздраве отметили, что из-за сложной эпидемической ситуации по гриппу и ОРВИ ближайшие 2 недели поликлиники будут работать без выходных.